Итак, всем привет. Дома не сидится маме в основном. Алина просто терпит меня своими закидонами. В общем, время... Дома нормально. Мне дома, кстати, тоже классно. Перебил меня, Алинка сказала, что и дома нормально. Мне дома тоже классно. Есть чем всегда заняться. Но все равно я человек движения, мне нужно ехать. На часах 13:50. И мы сейчас отправляемся в парк аттракционов и берем вас с собой. Почему мы едем не с утра, а в 13:50? Потому что у нас дикая жара. И сегодня один из тех дней, единственный, пожалуй, день, когда у нас не 31 градус, а 28 максимум. Да, и, кстати, показывает 28. Вот они, 28. Поэтому мы едем сегодня и едем ближе к вечеру. То есть мы там где-то будем в 3 часа, когда уже будет не так жарко и уже облачка пошли. Ну и, собственно говоря, прокатитесь с нами и увидите наш парк аттракционов, который находится, ну, примерно в 3 часах от езды. В часе езды от Риги. Итак, погнали! Итак, всем привет! Вот там вдалеке виднеется красный робот. Это наше место назначения. Мы ждем девчонок и идем покупать билеты и идем развлекаться. Так, вот мы и зашли. Билетик на одного человека, независимо от того, взрослый или ребенок. Взрослый или ребенок, я заговариваюсь уже, стоит 20 евро. Beep, beep, beep.
Вот, наша компания. Только Алина, Ксюша. А вот Степа и Саня.
вот и все. Парк закрывается, а мы уезжаем домой. Спасибо тебе, парк. Было здорово. Мы еще вернемся. А всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.